Открытое первенство и открытый турнир по боксу среди юношей трех возрастов в памяти Николая Маковеева прошли в актовом зале техникума судостроения и судоремонта. На Ягринский ринг вышли 110 боксеров из 17 команд Архангельской области. Открытый турнир по боксу памяти первого мастера спорта СССР в Архангельской области Николая Маковеева длился 3 дня. 110 бойцов из Северодвинска, Архангельска, Новодвинска и Коряжмы оспаривали 34 комплекта наград в трех возрастных группах. Северодвинские боксеры завоевали 15 золотых медалей. Среди младших юношей победителями стали Александр Кочкин, Вячеслав Чебыкин, Максим Назаренко, Евгений Погосян, Александр Удовиченко и Глеб Гагарский. Средних юношек 2001-2002 годов рождения на первую ступень пьедестала поднялись Владимир Поленский, Егор Порошин, Кирилл Лихолат, Владимир Лушаков и Александр Шунин. Среди старших юношей в своих весовых категориях триумфаторами турнира стали Кирилл Стуков, Вячеслав Литовальцев, Антон Верига и Максим Коржавин. Главный приз турнира – Кубок Маковеева – достался бойцу областного центра единоборств Вячеславу Литовальцеву. Призом за волю к победе награжден Егор Порошин, лучшим технико-тактическим боксером признали Кирилла Малашкова, и приз Петра Березовского получил Александр Кочкин.